Всем привет! Сегодня у нас очередная серия, как бы, получается, о жизни малоимущих. Вот, мы повернули, получается, с Троцкого на революцию, как вы видите, и как знаете, что эта улица такая, как бы, с интенсивным движением. В правой стороне у нас гипермаркет. Вот, у нас очередной малоимущий бросил свою машину, получается. Как вы видите, на ней снег. Мы можем ее объехать по правой стороне. Как вы видите, да? Видите, на ней снег, зеркало сложено. Так вот, малоимущие бросают машины. То есть, если у человека сломалась машина, я так думаю, он еще вчера мог ее на эвакуаторе увезти. Ну, или просто ему пофигу на всех, и он ее бросил чуть не посередине дороги. Так что вот так вот живут малоимущие в Перми. Такая дорожная обстановка у нас. Всех с понедельником. Сегодня у нас 12 октября. На улице солнышко. Всем хорошего настроения. Пока-пока.